Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Я обещала вам лучшее предложение на золото. Исполняю свое обещание. Итак, золото. Кольцо «Союз сердец». Есть на выбор три цвета. Красное золото, белое золото и желтое золото. То есть вы можете подобрать любой из цветов, который вам нравится. Более того, у вас очень интересно есть на самом деле здесь выбор, потому что вы можете выбрать кольцо золотое гладкое, обычное, да, вот такое вот очень классическое, либо вы можете подобрать его с гравировкой. Внутри есть гравировка, где написано «Ты и я». Повторяю, у вас есть опции, как выбор по цвету, выбор по размеру и выбор с гравировкой или без. Итак, кольцо «Союз сердец» вот на нашей модели сейчас красное золото 585-й пробы. И у Танечки, по-моему, как раз гравировка у нас это кольцо. Такие кольца, они оптимально служат службу как обручальные кольца, как юбилейные кольца, естественно, помолвочные, либо венчальные. Или просто, знаете, вот такое вот кольцо-подарок, да, потому что если вы получаете, например, от любимого человека или дарите любимому человеку кольцо с надписью «Ты и я», это очень символично, согласитесь? Вот у нас как раз сейчас видна будет, да, гравировочка, посмотрите, «Ты и я». Посмотрите, какая зеркальная поверхность, я постараюсь показать, вот здесь вот все полностью. Как раз, да, как обручальное кольцо, или можно дарить на юбилей, на юбилей совместной жизни. Вот в Европе такая традиция. Они дарят, в принципе, каждый год какое-то украшение, символизирующее годы прожитой совместной жизни. Есть даже пары, которые, например, 10 или 20 лет спустя обновляют свои клятвы. То есть они устраивают праздник и заново клянутся любви друг к другу. Вот тоже есть такие интересные традиции, которые мы можем перенимать. Ну и в том числе, конечно, как говорится, для молодоженов в этом году есть у нас выбор, еще раз, желтое золото, красное и белое. Вот у меня сейчас в руке красное золото. Я вам сейчас покажу как раз, да, у нас вот оно желтое. Но здесь желтый оттенок такой легкий, да, то есть он не лимонный, ярко выраженный, а он такой более спокойный. И вот у нас с вами оттенок еще, конечно же, белого золота. Все это золото 585 пробы. Есть также опция любого из этих колец без надписи. То есть вот у меня сейчас все кольца представлены с гравировкой, но вы можете заказать без гравировки и сделать гравировку, например, свою. Итак, белое золото, желтое золото или красное золото. Какое вам больше импонирует, какое вы больше любите. У вас классический вкус. Вы любите вот такой цвет золота, да, более высокий, более таких интересных как бы оттенков, или вы любите белый оттенок золота. Все есть для вашего выбора. Итак, давайте с вами посмотрим на то, что здесь еще супер выгодная цена, потому что золото в таком весе в ювелирных магазинах вы дешевле, чем за 8500 рублей, не найдете. У нас уникальное предложение сегодня для этого эфира. 585-я проба, средний вес 1,5-1,8 грамма по цене 5499 рублей. И что уникально, цена не меняется в зависимости от размера, она остается абсолютно одинаковая и на 15,5, и на 21,5 размер. То есть вот смотрите, как раз, да, 15,5 может быть у невесты размер, а 21 или 21,5 может быть размер у жениха. То есть вы за где-то, да, чуть больше, чем... чуть меньше, чем 11 тысяч рублей приобретаете пару колец. То есть можно даже для пары приобрести. То есть не только для девушки сейчас вот такое предложение. Символичное ювелирное украшение, что самое главное, фантастически доступна цена на золото. Здесь у нас указан, да, вес 1,81, ну, например, было, я видела 1,84, 1,5, в зависимости от размера, конечно же, вес украшения будет меняться. Цена не меняется в зависимости от размера. Такого больше нигде вы не увидите, потому что любые обручальные кольца, конечно же, они вот если, да, они продаются, считая, что на вес, да, если граммовка разная, то и вес разный. У нас украшение предлагается, вот как бы, да, цена за украшение, она доступнее. Еще раз повторю, минимум стоимость такого кольца в ювелирных магазинах 8,5, а то и 10 тысяч рублей. У вас сейчас цена 5499 рублей. Хотите, выбирайте с гравировкой, хотите, выбирайте без гравировки. Здесь действительно выбор практически
неограниченный. Я опять же хочу обратить ваше внимание на то, что у нас и подбор очень хороший по размерам. И вот как раз тот самый факт, что да, есть уже внутри гравировочка, может быть, да, ты и я, она же очень романтичная. Это может, кстати, касаться такая гравировка не только влюбленной пары, но и, например, не знаю, мама с дочкой, да, ты и я, подруги, вот любых людей, которые вам дороги. Очень популярные цвета, очень популярные предложения. Вот видите, да, гравировочка, сейчас вам покажу, вот она, там «Ты и я» написано в кольце, причем гравировка-то очень красивая. Итак, красное золото, белое или желтое, вам какое больше нравится? Кстати, вопрос, да, у многих возникает, а почему разные цвета у золота бывают? Вообще, на самом деле, золоту можно придать практически любой оттенок золотому сплаву, золото 585-й пробы, в зависимости от лигатур, которые внутри. Потому что есть как раз у нас, да, лигатуры, например, серебро и платина, придающие оттенок золоту белый. А если у нас с вами есть, конечно же, лигатура в виде серебра и меди, тогда это наш любимый красный цвет золота. Ну и если у нас с вами золото в желтом оттенке, оно практически не содержит меди, там тоже в качестве лигатуры используется большое количество серебра. А золото любого... Золото у нас с вами здесь 585-й пробы и в белом, и в желтом, и в красном золоте. У меня сейчас возникает, да, вопрос, сейчас в колл-центре говорили, это золочение или радирование? Нет, это золото. Даже здесь вот у нас с вами, да, белое золото, оно ничем не покрыто, так же, как и желтое, красное. Это цвета золота, цвета сплава, которые придаются золоту. Можно все это сделать, здесь действительно потрясающие технологии. Все это золото 585-й пробы, вот у меня паспорт на ювелирное украшение. Средний вес где-то в районе 1,5-1,8 грамма, даже 1,9 у меня было колечко. Цена одинаковая, она не меняется. У вас очень выгодное предложение по золоту сегодня. И скидка, посмотрите на свою скидку. 12,500, ваша скидка, это еще и бесплатная доставка, кстати, дополнительно на вот эти кольца. Итак, какой цвет ваш? Желтый, красный или белый? Какой вам больше импонирует? А посмотрите, какая здесь покрытие, да? Какое у нас с вами здесь полировка такая идеальная. Еще раз хочу напомнить, что внутри может быть гравировка или может не находиться никакой гравировки. Это ваша опция, вы можете выбирать и так, и так. И эти ювелирные украшения, они прекрасно смотрятся как обручальные, в первую очередь, первое, что приходит в голову. Но знаете, вот я, например, сегодня надела 3 кольца, мне просто очень нравится, как они смотрятся все в сочетании. Я люблю носить многослойные украшения, я люблю по 2, по 3 кольца одевать на один палец. Если вы, так же, как и я, любите экспериментировать, вы можете носить эти украшения не только как обручальные, но и как... Вполне в себе такие повседневные варианты, тем более, что вы можете, если вы берете чистое кольцо без гравировки внутри, вы можете свою какую-то гравировку нанести, может быть, это будет кольцо на удачу, может быть, это будет какое-то кольцо символ успеха. Сейчас, кстати, очень популярно наносить свои индивидуальные гравировки как снаружи, так и внутри. И это золото, вы вкладываете деньги в золото, это самое надежное вложение, чтобы вы, вот скажем так, куда бы вы ни вкладывали, ни в доллары, ни в евро, да, вот именно золото самое надежное вложение. Посмотрите, вот она гравировочка, ты и я, вы можете выбрать с гравировкой или без гравировки. И вот здесь я вам показываю белое золото, но также у меня есть желтое и красное золото на выбор. Здесь выбора много, давайте разбираться, да? Первое, вы нашим оператором называете свой размер или пару размеров, да, если вы ищете обручальные кольца, например, мужские размеры, они начинаются, как правило, от 20-го. Вот я сегодня у многих наших коллег опросила, да, какие размеры есть, 21-й, 20-й, у мужчин вот такие размеры в целом. У женщин, соответственно, более широкий разбег, да, от 15,5, это женские кольца, 5499 рублей цена на золотое кольцо в любом цвете, в любом размере, в любом весе. Минимальная стоимость в ювелирных магазинах такого кольца 8,5. Вы экономите очень хорошие деньги сегодня. Бесплатная доставка также.